древних времен это был более языческий праздник, ему поклонялись. Соблюдались определенные традиции. Сейчас это стал семейный, народный праздник, где участвуют и дети, и юноши, и девушки во всяких танцах, песнях, играх и, конечно, традиционные соревнования, скачки на конях, кюраж, залезание на стол. Это веселый, семейный, домашний праздник. Я очень рад, что папа выбрал именно меня, тренировал именно по этой борьбе. Мне она нравится. Красиво. Она помогает не только в спорте, не только себя в форме держать, и по жизни. Закаляет характер. Делает тебя целеустремленным, настойчивым. И для здоровья, в принципе, это полезно. Уважаемые борцы, выигрывают охотники. Черный? Да, последний момент. Я за него. Третий. Малыш. На четвертой. Интересно, когда вот это все массово. Вот. И мы специально не делаем на нашем Сабантуе, на простом, не делаем длинных дистанций. То есть ни 6 километров мы здесь не проводим. Потому что зрителям интересно вот это быстро, да, драйв такой. Быстро проскакали и быстро победителей определили. Самое тяжелое, когда остается 2 метра. Если вверх посмотрел на самый верх, кажется, еще около 3 метров, кажется, когда смотришь. А вроде немного отсюда кричат, говорят, вот немного осталось. А там вся сила кончается. Самый финиш. Татарский народный, вы видите, он такой скромный, светлый танец. Вот это уже, уже приятно этому танцевать, и мы это все воспринимаем. Музыку это воспринимаем. Поколение в поколение передаются рецепты, то есть бабушки учат своих детей, внуков. То есть научила бабушка нас балеш печь, чак-чак, ворос, все национальные блюда мы имеем. С праздником! С прекрасным! Всех желающих приглашаем на вечерний Сабантуй клуб. Галию Галинку. Ну и, конечно, демонстрация своего благосостояния. Вообще, вся одежда, весь услуг женщины показывает, какой директору компании «Новотек» Есть ли у них шапка из какого века, из компании «Первоуральский Динасовый завод». Плакаты украшены на грудник. Все говорит о том, генеральному директору науки. Так что, можете садиться. Құрметті достар, Сабантуйда сіздің алып тұрған шығынлар
Мы ведь знаем еще с детства, понимаете, мы играли в свое время, когда были маленькими. И вот сейчас вот эти игры, которые когда-то были в детстве заложены нашими бабушками, прабабушками, вот сейчас мы их показываем нашим молодым уже подрастающим поколениям. Даже моя еще бабушка и прабабушка этот праздник праздновали. Это ведь когда, значит, посевные работы все прошли, и люди отдыхают. Мы большая молодец. Знаете, радуются хорошим погоде, хорошим посевом. Вот он праздник. Еще же Урал Акмат. Сертификаты на отдых в загородном фонде «Белая лошадь» можно получить у волонтеров на входе на Майдан.